День добрый, друзья. Вот хочу показать новый наш пластизон. Можно сказать, плавающая. Не то, что можно сказать, она точно плавающая. Вот взял, кинул сюда. Сначала вот бросил вот целиком. И мне показалось, что она на дно кружки касается. Мне показалось, что она так касается. Потом взял, оторвал вот приманки и кинул туда. И вот смотрю, она полностью вся плавает. Вот этот литник, вот этот литник. Это приманка, полностью плавающая приманка. Так что больше часа она уже здесь. И хоть бы что. Не тонет ничего. Вот она. Вот она. Вот тело отрезано. И она все поднялся. Вот перед вами сейчас. Попробую еще раз отрежу. Держи это, ма. Ася, держи. Вот. Вот хвост сюда. Вот. Она крепко, мощно, хорошая резина. Сами резина. И все, она плавает. Так что это бомбовая резина. Надо научиться с ним поработать. Она, наверное, не любит резких нагревов. Чуть-чуть подольше греть. Мне так кажется, потому что я на микроволновке поставил. Ну, второй раз, первый раз нормально был, а второй раз немножко прозевал. И на максималке стояла она, и немножко морковочный. Вот такого цвета стал, жёг я его. И потом сделал нормально. И, ну, видео еще есть, синий цвет есть там, показываем. Вот это то видео уже в Ютубе уже. А это хочу показать на то, что как она плавает. Она 100% плавающая. Смотрите сами. Вот, тело поднялся. Вот такое тело поднялся наверх. Все. Тут своим глазам надо верить, а не мне. Ну, это ледники. Вот эта головка. Она тяжелая, действительно, она тяжелая, мощная резина. А это хвост. Плавающая приманка, это пластизор приманки. Силикон, как вам удобно. От Татформ. И цена. Цена вопроса. В розницу мелкими партиями 350 рублей. Большими партиями от 80, от 100 килограмм по 300 рублей. Обращайтесь. Всего доброго. До свидания.